впервые в Тверской области ведущие специалисты медицины из Москвы и нейрохирурги областной клинической больницы провели совместную уникальную операцию на сосудах головного мозга. Областная клиническая больница традиционно стоит в авангарде регионального здравоохранения. Передовые практики, современное высокотехнологичное оборудование, а главное – врачи высочайшей квалификации мирового уровня, которые не стоят на месте и постоянно совершенствуют свое мастерство. С целью повышения навыков врачей-нейрохирургов, которые занимаются сосудистой патологией головного мозга, в столицу Верхневолжья прибыли специалисты из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова с кафедры фундаментальной нейрохирургии профессор Владимир Лукьянчиков и доцент Наталья Полунина. Смысл данных циклов о повышении квалификации, которые наша кафедра реализует с этого года, является выезд в регионы с оценкой ситуации, оценкой наличия тех или иных, того или иного инструментария, тех или иных методов лечения и демонстрация тех навыков, которыми должны владеть сосудистые нейрохирурги, а также тех навыков, которыми они могут овладеть. Коллеги из Твери и Москвы совместно провели уже несколько операций, в частности, процедуру клипирования аневризмы сосудов головного мозга. Аневризма сосудов головного мозга – патологическое локальное выпячивание истонченной стенки мозговой артерии. Как говорят врачи, это бомба замедленного действия, которая однажды за жизнь человека взорвется. То есть стенка аневризмы разорвется и кровь зальется в мозг. Такая сосудистая катастрофа может привести к стойким неврологическим нарушениям и даже несет реальную угрозу жизни пациента. Клипирование – один из методов лечения. Нейрохирург выделяет артерию, на которой сформировалась аневризма, и пережимает шейку аневризмы специальным титановым клипом. Это позволяет выключить аневризму из кровотока и предотвратить ее дальнейший рост и разрыв. Клиника на данном этапе в среднем выполняет 70 операций по клипированию аневризмы различной сложности. Но особенность как раз заключается в том, что каждая аневризма, она особенная. И настолько много технических особенностей, трудностей, которые могут возникнуть, что приходится отрабатывать все манипулятивные навыки. Доктор, который идет на эту операцию, должен владеть всеми способами клипирования и решения, то есть осложнений, даже возникающих во время оперативного вмешательства. Обмен опытом между специалистами в области нейрохирургии – немаловажный шаг, который позволяет врачам из регионов увидеть новые технологии и методы, которыми владеют профессионалы, поднять региональную медицину на уровень федеральный. Все наши врачи не стоят на месте, они постоянно совершенствуются и подтягивают в своих знаниях, в опыте коллег из первого-второго уровня. Ну, те, которые работают в городских больницах, в центральных районах, то есть идет такой постоянный обмен опыта. И он дает очень серьезный результат. Мы за последние 5 лет уже освоили высокотехнологические операции на аневризмах головного мозга, при различных сложных аномалиях, мальформациях. То есть такие операции, которые, в принципе, в 2010 году, например, можно было только мечтать, и все эти пациенты ехали, кто успеет, в Москву или Питер, в федеральные клиники. Одновременно с повышением профессионализма медперсонала в областной клинической больнице постоянно закупается и самое совершенное высокотехнологичное оборудование. Все это дает свои плоды. Обмен навыками и знаниями между специалистами, овладение технологиями и методами, а также налаживание контактов с целью дальнейшего развития нейрохирургии и смежных специальностей.